Если не помогают способы испокон веков, действующие на мужчин, тогда советую использовать нестандартные способы. Например, рэп написать. Хип-хоп-культура нынче находится на пике популярности, так что советую прислушаться к моему предложению. А если уж быть совсем честной, то мужчины такие же люди, как и мы. Им также нужна любовь, ласка и забота. А человеком нужно оставаться всегда, вне зависимости от того, какого вы пола. И об этом мой следующий куплет. Я знаю, что от этой жизни мне сегодня надо. На много дней вперед мне известны все расклады. Мне нужны те люди, что никогда не стынут и правду говорят глазами, а не в спину. Те, кто в этой жизни твердо знает свое место. Из кого не слепишь, что захочешь, как из теста. Кто знает цену чужой и своей чести, кто не подвластен фальши, мнением и лести. Кто слишком любит жизнь, чтобы с ней легко расстаться. Кто может, как ребенок, хоть чему-то удивляться. Кто знает, когда будь жестоким до самосожжения, а когда растает только от прикосновения. Не те нужны, кого оптимистами зовут. Те, кто с верой в лучшее, день от дня живут. Кто умеет слушать всех, а не просто слушать. Те, кто не стоит на месте, а идет все выше. Те, кто может отстоять свою точку зрения, устоять против общественного мнения. Те, кто никогда не опустится на дно, живет не по сценарию, как в мыльном кино. Кто радуется простым, казалось бы, мелочам. Все важные решения принимает сам. Такие люди редко на пути не попадаются. Ведь все это в одной душе никак не умещается. Дорогие мужчины, я поздравляю вас всех с вашим праздником. Несмотря ни на что, мы все равно вас очень любим и никогда не сможем без вас жить.